Приветствую всех, кто зашел ко мне на канал. Следующая станция метро после термини – станция Республика. На месте овальной площади и фонтана раньше был небольшой амфитеатр, а чуть дальше – термы. При правлении Диоклетиана, а это было в конце 3-го – начале 4-х веков, здесь были построены термы. Они были самыми большими и роскошными в городе и могли вмещать до 3000 человек. Этот комплекс был аналогичен термам Каракаллы. Раньше для горожан было не просто сходить в термы и помыться, а в термах был спортзал, библиотека, сады с фонтанами, а также люди приходили сюда просто пообщаться с друзьями. В центре площади находится круглый фонтан с 4 обнаженными девушками. Это фонтан Наяды. Прямо между этих полукруглых зданий проходит Виа Национале. В хорошую погоду отсюда можно увидеть даже площадь Венеции с алтарем Отечества. Еще на этой площади находится базилика Санта Мария дель Анджели. Вход в нее незаметный, и находится он в кирпичной стене бывших терм. В XVI веке сицилийский священник увидел на месте терм 7 мучеников в белых одеждах и решил построить здесь церковь в честь 7 ангелов. Папа Пий IV дал согласие на строительство церкви и поручил работы 86-летнему Микеланджело. Во время строительства этой церкви Микеланджело уже был стар, и в это же время он занимался собором Святого Петра, поэтому появлялся здесь крайне редко и вскоре умер. Но эта церковь была построена по проекту Микеланджело. После его смерти работами в церкви занимался его ученик. Это голова Иоанна Крестителя, работа современного польского скульптора. Несмотря на то, что проект Микеланджело подвергался изменениям и сама базилика много раз перестраивалась, но дух великого Микеланджело до сих пор живет здесь. Микеланджело гениально вписал базилику в развалины терм, сохранив их основные помещения. Рассматривая эту базилику, вы только представьте на секунду, что здесь были термы, стояли фонтаны и ванны. Именно здесь располагались горячие ванны терм. Эта базилика небольшая по сравнению с другими римскими базиликами, но каждый сантиметр ее украшен с любовью. Внутреннее убранство базилики поражает уже с самого входа. Она украшена подлинными античными колоннами, скульптурами, картинами. Кстати, базилика украшена полотнами, которые первоначально находились в старой базилике Святого Петра в Ватикане и были перенесены сюда в XVIII веке. По воскресеньям здесь звучит органная музыка. Обязательно обратите внимание на это отверстие. Сюда в определенное время попадает луч света, а потом падает на пол на латунную линию меридиана. В начале XVIII века папа Климент XI поручил астрологу и математику Франческо Бьянкини сделать в базилике линию меридиана. Этот меридиан как солнечные часы. Папа Климент XI хотел проверить по нему точность григорианского календаря, а также ему нужен был инструмент для определения точной даты Пасхи. Бронзовая линия вмонтирована в белую мраморную плиту, которая в свою очередь обрамлена венским мрамором. Если не вдаваться в астрологические подробности, этот меридиан, я думаю, вполне заслуживает того, чтобы его назвать произведением искусства,
Настолько прекрасно выполнены на нем знаки зодиака. Посмотрите. На этом щите можно увидеть все подробно, откуда попадает луч света, куда падает и что показывает. Обратите внимание, что здесь даже прорезали капитель, чтобы луч правильно попадал на меридиан. А так проходят реставрационные работы полотен. А сейчас через эту дверь давайте выйдем во внутренний дворик базилики. У входа во дворик нас встречает огромная статуя Галилео Галилея. Здесь выставлены уже более современные скульптуры. Но больше всего меня поразили стены, в них просматриваются руины античных терм. Пока я снимаю этот кусочек видео, по соседству шумит смывной бачок в туалете. Вот здесь находится туалет, если кому надо. На табличке написано «Винтовая лестница терм Диоклетиана». Проходим сувенирную лавку, здесь же напротив находится туалет. И выходим в другой дворик. Редко кто из туристов выходит в этот дворик, но это идеальное место, чтобы отдохнуть от шумного города. Здесь можно посидеть и отдохнуть, а таблица нам показывает, что в 2011 году базилика отпраздновала юбилей. Давайте заглянем и сюда. Это, видимо, складское помещение, где хранятся найденные скульптуры, статуи, колонны. Еще немного общего вида терм и пойду дальше.
С этой стороны за сеткой можно рассмотреть остатки терм. И даже сохранилась мозаика, которая украшала термический комплекс. И это далеко не все, что сохранилось от огромных терм. Как-нибудь покажу вам Римский национальный музей, который называется «Термы Диоклетиана». Вот там дух захватывает от мощи и величия терм. Здесь же рядом находится восьмиугольный зал, бывший планетарий, но попасть туда можно только по записи. Напротив входа восьмиугольного зала стоит колонна с бронзовым кораблем на вершине. Это символ Парижа, единственного города, который Рим удостоил статуса побратима. Здесь же проходит и улица Парижа. Слева от восьмиугольного зала находится пятиэтажное здание с флагами над входом. Это отель. Это первый в Риме роскошный отель. Уже в конце 18 века в номерах были отдельные ванны и электричество. В этой гостинице останавливались такие люди, как Лев Толстой, Софи Лорен и королева Елизавета II. Так как отель находится рядом с термами и какая-то их часть находится под отелем, эти остатки решили облагородить и сделали свой винный погреб. За отелем находится великолепный фонтан Моисея, он сейчас на реставрации, и церковь Санта-Мария-делла-Виттория, где в одной из капелл находится скульптура Бернини «Экстаз святой Терезы», которая считается шедевром искусства барокко. Мы находимся на площади Сан-Бернардо. Здесь проходит улица 20 сентября. Ну а здесь мы с вами совсем недавно были. Это казарма почетного караула президента республики. Долгое время 20 сентября считалось в Италии государственным праздником. Дату празднования отменил Муссолини, и с тех пор празднование так и не восстановили. Но почти в каждом итальянском городе осталась улица 20 сентября. И самое важное из них, конечно же, в Риме. Потому что она соединяет те самые ворота Пиа, через которые итальянские войска вошли в город, и холм Квиринал, где находится президентский дворец. По улице 20 сентября я дошла до перекрестка с Виа делле Кватро Фонтане, с улицы четырех фонтанов. Украшают перекресток четыре фонтана, расположенные по углам зданий. Мужская фигура под деревом символизирует Тибр, а вместе с ним и Рим, о котором напоминает волчица. Перекресток четырех фонтанов знаменит еще тем, что с него можно рассмотреть сразу три из 13 римских обелисков. Квиринальский, который находится у президентского дворца, Салюстиев, который находится рядом с испанской лестницей. В хорошую погоду очень хорошо видно обелиски. И Эсквилинский обелиск, который находится у базилики Санта-Мария-Маджоре. Я решила пройти по Виа делле Кватро Фонтане в сторону Палаццо Барберини и заглянуть во внутренний дворик. В эти дни в Риме проходил кинофестиваль, и вход во дворик был закрыт. Но вам хочу напомнить, что во дворик могут зайти все желающие совершенно бесплатно. Вход был разрешен только до конца арки. Геральдический знак семьи Барберини – пчелы, и поэтому их здесь очень много.
Лестница Барромини. Там дальше уже шла подготовка к кинофестивалю, и охранники меня не пустили. В другие дни вход туда свободный и бесплатный. Палаццо Барберини сегодня – это национальная галерея, где собраны картины Караваджо, Рафаэля, Тициана, Гуидо Рени. Цена билета – 12 евро. Но перед тем, как идти туда, обязательно зайдите на сайт. Там написано, в какие дни можно попасть в палаццо бесплатно. Например, ближайшие дни бесплатного посещения – это 3 ноября и 1 декабря. Я свернула на Виа Расселла, ничего особенного здесь нет, а Остария Романа – это тип ресторана исключительно с итальянской кухней. Отличается от обычного ресторана отсутствием напечатанного меню, здесь обычно его пишут от руки, и упрощенным сервисом, а значит и цены дешевле. Перехожу дорогу, слева у нас будет туннель. А справа проходит Виа дель Тритоне. Вот с этой улицы мы вышли, я перешла дорогу, и пойдемте теперь гулять дальше. Эта улица опять же вас приведет к фонтану Треви, но мы сегодня туда не пойдем. Мы прогуляемся по улицам Рима, понаблюдаем за туристами, за уличными торговцами, заглянем в магазины и просто прекрасно проведем время. Я уже не раз говорила, что в Риме во всех домах на первом этаже находятся магазины, рестораны, бары, банки, гостиницы, прачечные, камеры хранения. Все, чем обычно пользуются жители и туристы. Так что, прогуливаясь по улочкам Рима, можно перекусить, выпить кофе, зайти в магазин за подарками или просто с улицы посмотреть витрины. Люблю гулять по таким улицам. Здесь все как на ладони. Иногда проезжают машины, но такое чувство, что они никому не мешают. Люди как шли, так и продолжают идти. Очень удобно и полезно для туриста почитать меню, не заходя в ресторан, и поэтому их выставляют на улицу, чтобы проходящие туристы могли познакомиться не только с предлагаемыми блюдами, но и с ценой. Брускетта – поджаренный хлеб, салаты, закуски. Первое блюдо – это обычно паста, второе блюдо – рыбное или мясное, пицца. И, конечно же, ризотто и супы. Узенькая улочка, меню на улице и милый ресторанчик. Обратите внимание, а на балконе над рестораном местный житель вынес фужер вина и наблюдает за всеми с высоты. Рюкзаки и сумки в Риме нужно носить перед собой, чтобы у вас не вытащили документы и деньги. Всегда будьте осторожны, карманников в Риме очень много. Здесь одна улица плавно переходит в другую. И джелатерия Аморино.
время аперитивов и посмотрите, какая таверна внутри. А вот так таверна выглядит с улицы. Еще один из тысячи римских ресторанов, и рядом уличные торговцы. Эти ребята обычно продают подделку брендовых сумок. Очень часто их гоняет полиция. Они быстро сворачивают простынь и убегают. А минут через пять опять возвращаются. Потихоньку я дошла до галереи Альберто Сорди, а это список магазинов, которые здесь есть. Я уже не раз показывала вам эту замечательную галерею. В нее можно зайти с разных улиц, в том числе и с Виа дель Корсо. Замечательное место и много хороших магазинов. Эта сеть магазинов работает круглый год. Поэтому в любое время года у вас есть возможность из Рима привезти новогодний подарок или игрушку на елку. Посмотрите, как здесь красиво! Очень красиво украшают галерею Альберто Сорди к новогодним праздникам. Здесь всегда стоит шикарная елка. Если вам посчастливится побывать в Риме в это время, обязательно загляните сюда. Чтобы не пустовало место, в центре галереи установили бар, который пользуется большим спросом. А с этой стороны уже выход на Виа дель Корсо. Виа дель Корсо и направление к Пьяцца дель Пополо. Таких попрошаек в Риме много. Про них даже передачу по телевизору показывали. Показывали их рабочий день, а потом их перевоплощение. Я сейчас нахожусь возле Пантеона и вспомнила, что кто-то из вас, новых зрителей, хотел увидеть любимые венки. В недавних видео я показывала венки на Виа дель Корсо. Для меня это самый шикарный магазин. А сейчас давайте зайдем в венки, которые находятся у Пантеона. В магазинах венки продают не только мороженое, но и разнообразный шоколад. –
Шоколад, наверное, все любят, так что подарок здесь можно купить самый вкусный. А здесь набираете самостоятельно конфеты, а на кассе вам их взвешивают. Выбор просто огромный и разнообразный. Коробки конфет в виде книг. Но разве это не подарок? Посмотрите, какая сегодня длинная очередь в Пантеон. А я на этом буду прощаться с вами. Надеюсь, вам понравилась наша сегодняшняя прогулка. Тогда не забывайте ставить пальчики вверх и писать комментарии. Ну и, конечно же, делитесь видео с друзьями. И до новых видео, друзья!